Друзья, вы на моем канале Оксана Павленко, и сегодня я решила сделать небольшое видео по поводу нашего ретритного центра, который находится в Малаге, где проходят оздоровительные мероприятия. Приезжает наш любимый шаман Висенте Лопес, проводит буфо, аваяску. Также мы делаем различные комплексные терапии, камбо. И также активацию энергии ЦИ. Это мой первый ретрит здесь, в Испании, где у нас удалось пробудить почти практически у всей группы энергию ЦИ. Это уникальный феномен, который я хочу вам немножечко заснять и показать, чтобы вы имели понятие, что это такое. Такие у нас шикарные деревья с инжиром растут. Ну вот, которые мы тоже можем собирать. Правда, мы уже внизу тут все подсобрали. Уже больше не достать. Некоторые гости нашего ретрита отдыхают, загорают и пьют энзимные коктейли. Линочка мне помогает, готовит эти энзимы, молодец. За это в подарок я ей делаю процедуру камбо. Да. Вот. Так что у нас и баш на баш, да? Ир, что ты чувствуешь в теле? Голова чистая и светлая. Вообще никаких мыслей. Вообще мыслей нету, да? Молодец. Угу. Как ты чувствуешь энергию в теле? На что похожа эта энергия? Ну, приятные вибрации. Вот как будто каждая клеточка прямо. Угу. Каждая клеточка вибрирует, да? Угу. Ты можешь управлять этой энергией? Я могу попробовать приостановить. Попробуй, попробуй. Попробуй. Ой, тяжело. Да, и потом, когда мы останавливаем, она потом еще сильнее начинает проторивать. Ну ты не бойся, ты ничего не нарушишь. Ты просто. Сейчас я пока еще чуть полежу. Еще можешь терпеть, да? Да. Угу. Я чувствую, что это не пускает ноги. Так вот, может быть, и не пускает, потому что ты в туалет хочешь, понимаешь? Ты сейчас просто мысленно скажи, что я хочу сходить в туалет, потом вернусь и опять продолжим работу. Скажи, это она все понимает, она тебя слышит, она знает, чувствует. Живот работает, да, Андрей? Да? Слушается? Да, она и не будет слушаться. Она же сама знает, что тебе лучше. Отдавайся ей. И все, она сама работает. Постарайся не потерять этот феномен. 21 день надо будет отрабатывать, да? Да. Просто ложишься, включаешь красивую музыку и говоришь: энергия ЦИ, пробудись. И все, и процесс пойдет. Вам всем будет домашнее задание, друзья. Еще. Причем идет даже аж до колена. До колена? Правого. До колена бьет, да? Угу. А что ты чувствуешь на моей руке? Жар. Жар идет, да? Значит, идет прием. Рука аж вспотела. Угу. Вспотела, да? Угу. Если ты понимаешь, вот правое я счищаю, сейчас все нужно, а левое идет много энергии. Я чувствую, как она вот идет сейчас по правой, то левой ноге, и уже по этой стороне становится жарко. Холод ушел уже, да? Да, немного холода на левой, на правой стороне. Левая все уже горячая. Когда лопатки, он уже горячий. Долго мы пытались Юле активировать энергию ЦИ. Вот, это у нас какой? Третий сеанс, да, по-моему? Третий раз мы попробовали. Да. Вот, и на третий раз энергия включилась все-таки, слава богу. Вот. Это моя
самая сильная зона напряжения. Ну вот, грудной отдел. Да. А приятно? Плеч. Приятно чувство? Да. Угу. Самое интересное, что когда ты переворачиваешься на живот, энергия начинает прорабатывать уже другие места. Поэтому ты сейчас немножко полежишь, поработает она у тебя на спине, а потом ты перевернешься на живот. И будем тоже с животом, с позвоночником работать. У тебя же в позвоночнике тоже есть проблемы? Да. У тебя же спина часто болит, да? Ребятки, спасибо за просмотр. Желаю вам всем хорошего настроения и до встречи.